Ну хватит, я ж пошутила. Син, как можно шутить про беременность, когда тебе 16? Ну, мама, как можно верить в беременность? Тем более от Денчика. Ну, ты, кстати, в последнее время действительно округлилась. Пап. Чего? Ну, ты же сама говорила. На речке поплаваю, и все пройдет. В первую очередь заросли покосишь? Там заросли не хватит. Идиотка! Девочки, хватит! Ну, угомони! Хватит, говорю! Кристина, сумки бери. Идиотка. Психичка. Видишь, что много еще я писать хочу. Я тоже писать хочу. Пап, давай быстрее открывай тоже туалет. Да ну потерпите, заржавело все. Здрасте. Привет, Полинчик. Привет, Полина. До свидания. Ну, он попросил бы Полинку тебя потренировать для похудения. Она ж поди на мастера спорта идет. Спасибо. Обойдусь. Катушка. Да я возьму. Да сама ты дура, дуракам везет. Что ты понимаешь? Наверное, ничего. Наверное, ничего. Наверное, не знаю все, чего не скажешь ты. Ты не знаешь, как осуществить мечты. Без тебя никто. Стучался в эту дверь. Это мама, это волк. Это дикий зверь, дикий. Никому не верь, никому не верь, никому, никому. Верь, дура! Опять на себя в зеркало пялишься? Ничего. Попалю, побегаю, поплаваю. На овощах посижу. Через неделю эти шорты на мне уже висеть будут. Коллаж сделаю еще. Все офигеют. А тебе, кстати, удобно. Ты не видишь, какая ты страшная. Ой, упала. Зря ты с Полиной не хочешь заниматься. Помоги, Крис, похудеть, пожалуйста. Сообщение, прикрепить фото. Фото, последнее, отправить. Так, ты чё и кому про меня сейчас говорила? Вконтакте, сообщение, Полина Плетнева. Маш, ты дура? Чё? Сообщение, выбрать, удалить. Блин. Удалить у всех, сообщение удалено. Всё. Молись, чтоб себе она не сохранила. Ой, да нужна ты ей. Mm-hmm. Крис, я просто хочу тебе помочь похудеть. Mm-hmm. Я буду, 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 буду есть стручковую фасоль. Красотка. Ты чё ко мне прицепилась? Чё прицепилась? Да просто смотреть на тебя противно. Так и не смотри, доска. А, значит так, чтобы на речке я тебя больше не видела. Понятно? Каждый день с 12 часов ты исчезаешь. Ну или мы дом твой обклеим, хочешь? Алло, ты слышишь меня? Тебе понятно? Так, ребят, всё, пошли отсюда. До свидания, красавица. Thank you.
видела? Кто? Хры меня бить, Крис! Кто? Полина кто? У нас фотки по всем заборам развешаны. Ты понимаешь, что ты сделала? Ой, да ладно, завтра что-нибудь случится, и все забудут сразу. Не забудут. Блин. Они отвлекутся. Им всем будет глубоко плевать на тебя. А знаешь, Маш, ты права. Они отвлекутся. Блин, тут так классно. Классно. А давай ты сейчас сама, а я тут рядом. Крис. Крис, у меня купальник развязался. Найди, пожалуйста. В смысле? Ну, найди его, пожалуйста. Сейчас найду, сейчас найду. Быстрее. Крис, быстрее. Да, ищу, ищу, ищу. Блин, нет нигде. Крис и низ развязался. Как? Ну, блин, как? Так, что? Так, я сейчас тоже их найду. Так, ладно, ты стой здесь, а я за одеждой побежала. Я сейчас приду. Крис, быстрее. Конечно, конечно. Вот не смешно. Давай быстрее, пожалуйста. Крис! Крис! Крис, пожалуйста, это не смешно! Крис! Давай сразу с разбега, короче. Чё, погнали купаться, да? Крис! Нормально, и так сойдёт. Крис, это ты? Сейчас купанем. Пацаны, да она голая. А чё у неё с глазами? Ну ничего, Маш. Завтра они уже забудут. Инвалидка? Так это ещё прикольнее. Не подходи! Слышишь, что? Отсюда! Пацаны, окружай! Помогите! Отошел от меня, ты не слышал меня! Ушел быстро! Нормально на слабых наезжать? Ушел отсюда! Отвернулись все! Где Кристина? Куда она смотрит? Она ушла. Так это свинья это с тобой сделала? Мало того, что жирная, еще и тупая. Она не тупая. Пойдем. Провожу и одену тебя. Отвернулись, я сказала! Блин. А если бы что-то случилось? А? А что со мной из-за нее случилось? Вас вообще это не волнует? Она мои фотки слила. Слушай, хватит скидывать вину. Маша бы никогда. Да, все никогда, а я всегда. Значит так, Кристина, ты наказана. И телефона лишена. Да я вообще больше отсюда никогда в жизни не уйду. Чтобы они так над тобой издевались. Конечно. Не над тобой же издеваются. Какая разница, что они говорят. Тебе больно, ты сама себе что-то придумала про себя, чего нету. Я сказала, отвали. Ты там надолго голодовку объявила? Чего мы на тебя продукты переводим?
что делаешь? Ну, уйди! Дебил. Да я волнуюсь, и ты не отвечаешь. Там еще фотки эти. Да, да. Я знаю, что я толстая, страшная, никому не нужная. Спасибо, пока. Да они идиоты все. Они просто не видят. Или видят и завидуют. А я больше вообще ничего не вижу. Денчик, ты бы лучше русский не прогуливал, а то тебя слушать невозможно. Ну, в смысле, когда я рядом с тобой, я больше ничего не вижу. Я бы на тебя всю жизнь смотрел. Ну, или, не знаю, свои глаза тебе отдал, чтобы ты поняла, о чем я. Будешь как Маша, я с тобой возиться не буду. Перестань улыбиться. Кристина? Ой, Дэн! Все-таки беременна. Что? Блин. О, красота. Не надо, только кряхтеть и морщиться. Будешь сидеть здесь на исправительных работах. Ага. Погакай мне еще. Ага. Гнида страшная. Слушай, мне вообще пофигу, что ты там думаешь. Это у тебя проблемы, а не у меня. Я послезавтра отсюда уеду, и о тебе вообще забуду. А ты, походу, настолько несчастлива, что только и можешь, как до других докапываться. О, крот. А ты что там делала? Два дня там сидел. Смотри, последнее. Видя, последнее? Ничего не доска. Попа у меня не плоская. Давай выложим. Что делаешь? Удалить? Удалено. Если ты что, удалила? Фото. Камера. Ты больная вообще? Там два дня сидела. Ага. Крис, ты дура! Сама дура, Маша. Что ты там делаешь? Ты фотографируешь меня, что ли? Да Крис, блин! Крис! Крис! Дура! Сама ты дура, дуракам везет, что ты понимаешь? Наверное, ничего, наверное. Не знаю все, чего не скажешь ты. Ты знаешь, как осуществить мечты. Без тебя никто стучался в эту дверь. Это мама, это волк, это дикий зверь. Дикий зверь, никому не верь.